В Белгороде-Днестровском наградили стипендиатов городского головы 2012 года. Церемония чествования местных учащихся, которые добились значительных успехов в различных сферах деятельности, прошла в здании мэрии. Большой сессионный зал едва вместил всех школьников, учителей и родителей, пришедших поддержать номинантов. В первом ряду – герои события. 14 лучших представителей учащейся молодежи города. Начиная с 2011 года, таких стипендий учреждено 14. До прошлого года было 10 стипендиатов. И, наверное, это неспроста, потому что каждый раз, рассматривая на заседании координационного совета те материалы школ и спортивной школы, школы эстетического воспитания, мы убеждаемся, что с каждым годом растет количество одаренных детей, и, конечно, мы этому радуемся. Поэтому неспроста, несмотря ни на какие социально-экономические условия, я так думаю, в перспективе Николаевич услышит, что количество стипендий, естественно, нужно увеличивать. Презентация стипендиатов 2012 и перечисление их достижений заняла солидный отрезок времени. В номинациях «Олимпиады» и «Интеллектуальные конкурсы», «Хореография», «Прикладное и изобразительное искусство», «Техническое творчество» и «Особенный ребенок» отметили по одному ученику. А вот раздел «Спорт» объединил семерых номинантов – представителей таких видов спорта, как акробатика, кикбоксинг, вольная борьба и футбол. 2011 год для Насти стал особенным. Она в составе женской пары привезла в город 2 третьих, 6 вторых и 7 первых мест. Достойное участие в конкурсах и соревнованиях областных и всеукраинских уровней, победы на спортивных аренах мира юные горожане добились благодаря своим педагогам и тренерам, что в своем выступлении подчеркнул мэр Белгорода-Днестровского Игорь Нановский. Но самое главное, безусловно, это настойчивое желание и упорный труд самих детей. Вы сегодня прекрасно понимаете, что в этой жизни не все так просто. Жизнь любит и уважает только целеустремленных, настойчивых, упрямых, которые идут и добиваются своей цели. О том, как сложилась жизнь стипендиатов прошлого года, отчитался от их имени Михаил Муржа. Он рассказал о достижениях своих товарищей и с особой торжественностью передал альбом успехов новоиспеченным номинантам. А завершилось мероприятие небольшой концертной программой, в которой своими талантами блистали стипендиаты 2012 года.